Приветствую. Ну, помимо Кусковской улицы и Кусковского тупика, в Москве еще есть Кусковский просек, однако проходит он уже в другом районе, находится несколько в другом месте, чем Кусковская улица и тупик, то есть не в районах Перово, Новогиреево, а в районе Вишняки, хотя это тоже Восточный административный округ. Ну и проходит этот просек от железнодорожной платформы Плющева и до Большого дворцового пруда усадьбы Кускова и проходит по Кусковскому лесопарку. Это, по сути дела, парковая аллея, длиной около 200 метров. Вот. Ну, в принципе, раньше проходила от аллеи первой маевки, сейчас там первовосточный корпус построили, вырубили много деревьев, поэтому чуть-чуть протяженность Кусковского просека сократилась. Но, в общем, слава богу, он пока существует, автомобильного движения по нему нет, это, как я уже сказал, парковая аллея. И нас был просек в 1967 году, ну, так же, как и улица, и тупик по селу вот, Кусково, которое здесь находилось, по усадьбе Кусково. Вот, и, в общем, понятно, по району Кусково. И все, что здесь находится, это только лишь футбольный стадион «Фрезер», который был построен на месте небольшого кладбища. Ну и нынче этот стадион заброшен, по сути. Находится он тоже на территории Кусковского лесопарка. Ну а в принципе никаких объектов по просеку не числится. И в общем просто такая парковая приятная аллея, которая приводит нас в музей усадьбы Кусково. Куда уже вход идет по билетам, и там, конечно, уже очень много достопримечательностей. Но все строения музея усадьбы Кусково, они числятся по третьей музейной улице. Вот, и по улице Юности, которую мы рассмотрим несколько позднее, когда будут там встречаться. Вот. Доехать до лучшего с Казанского вокзала, до станции Плющева, ну или от метро Рязанский проспект на автобусах номер 133-208, который имеет остановки на улице Юности, и дальше пешком через усадьбу. Вот. Потому что через северо-восточную хорду очень трудно. Ну, порядка прогулок, это новостей на улице.